заниматься очень тяжело. Я не знаю, кто думает, что это легкая профессия. Ты же должен выглядеть и еще играть. И... Хотя она самая безответственная. Если я где-нибудь попадаю на какую-нибудь площадку какому-нибудь режиссеру, да думаю, господи, какое счастье, ты же ни за что не отвечаешь. Когда ты снимаешь сама проект, если он получается, все участвуют в нем. Если он не получается, виновата одна ты. Существует горстка безумцев, которые снимают независимо свои проекты, найдя продюсеров. Ну, а я вообще снимаю сама по себе. Но я имею такую возможность, это как, конечно, счастье. То есть я могу себе позволить, потому что я настолько ненормальная в глазах обывателя, который берет и там тратит деньги, которые я могла бы потратить на, ну, в конце концов, на квартиру. Но я трачу это на свое кино. Репетирую по Агате Кристи, свидетель обвинения, буду играть, играю ту роль, которую когда-то играла Марлен Дитрих в экранизации «Свидетель обвинения» убили Уайлера. Так что роль потрясающая. Я в конце там убиваю мужчину ножом, зарезаю в зале суда. Прелесть.